Приветствую вас, Аноним. Немного жаль, конечно, что вы аноним, хотелось бы по имени к вам обратиться. Ну, ладно. Ситуация, которую вы описываете, мягко говоря, выглядит несколько странно. И вот почему. Вы спрашиваете, почему, когда вы находитесь с мужем, плохо спите. И, соответственно, хорошо спите, когда, ну, без него. При этом вы сами говорите о том, что человек на вас давит. Вы сами говорите о том, что мужчина вас подавляет. И вы сами говорите о том, что ну, как бы между вами есть определенные конфликты. Какие это конфликты? И вот я, наверное, хотел бы вас спросить, а как вы считаете, недостаточно ли по вашему мнению вот того, что вы описываете для чувства тревоги? На мой взгляд, более чем. На мой взгляд, более чем достаточно. Вы, конечно, можете со мной не соглашаться, безусловно. Но, на мой взгляд, более чем достаточно вот то, что вы не можете чувствовать себя расслабленно с человеком. То, что вы не можете ощущать себя спокойно с ним. То, что вы не можете чувствовать себя, ну, комфортно с человеком. Вот. И, соответственно, конечно, у вас имеет место быть, ну, тревожность из-за этого. А на что вы рассчитывали и чего ожидали? Не очень, честно говоря, я вот этот момент понимал, да? То есть, а вы хотели, чтобы у вас был конфликт, и ваша психика
никак не старалась от этого конфликта защититься, вы хотели, чтобы между вами были какие-то сложности, а ваше подсознание не пыталось никак вас предостеречь, ну, это, на мой взгляд, это было бы несколько странно, не находите ли вы это странно? Вот. Ну, надеюсь, что вы здесь со мной согласитесь. Вот. То есть проблем на самом деле, как мне кажется очевидно. Но вопрос, конечно, в том, хотите ли вы ее решать. Хотите ли вы, например, что-то делать с своими отношениями. Вот с мужчиной, например. Если хотите, то вам можно помочь гармонизировать отношения. Но если вы сомневаетесь, если вы не уверены, то что здесь можно сказать? Ну, только то, что вы чувствуете себя жертвой и, в принципе, все на этом. Вот такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.